Добрый день, дорогие ямальцы! Это день по-настоящему добрый, потому что прямо здесь и сейчас мы с вами разыграем все призы, которые вы можете выиграть во втором этапе. Хочу напомнить то, что наша викторина состояла из двух этапов. Первый этап прошел с 25 по 1 июля включительно, где каждый гражданин Российской Федерации, проживающий на территории Ямало-Ненецкого региона, мог принять участие и выиграть приз. Но во второй тур пошли только те, кто верно ответил на все вопросы. Каждый бланк имеет индивидуальный номер. И вам остается только надеяться, что наша программа в хаотичном порядке выдаст именно вашу комбинацию цифр. Свои призы вы сможете забрать, начиная с 6 числа, с понедельника, с 8.30 до 18.00, в течение 70 дней с момента определения победителей второго этапа. Призы свыше 4, стоимостью свыше 4000 рублей окладываются налогом. Но в этом ничего страшного, потому что призы на самом деле очень классные. И вроде бы пора уже начать. Что я медлю, что я останавливаюсь, надо разыграть, и чтобы нашлись хозяева этих классных призов. Просто дело в том, что у нас все серьезно, и у нас сегодня присутствуют наблюдатели. Это люди, которые будут смотреть то, что мы проводим все честно, справедливо. Ну или чтобы я в какой-то момент не схватил призы и не убежал. Но это, конечно же, шутка. Я так не сделаю, но, по крайней мере, точно не в эфире. Итак, сегодня у нас Иван Худи, заместитель представителя Ярод КМНС Ямал. Я похлопаю, потому что я здесь один. Зиганов Иван Иванович, председатель молодежного совета Ямальский район. Проскура Татьяна Сергеевна, председатель общественной организации «Заветы матери». Костомарова Яна Александровна, заместитель главы администрации муниципального образования Ярсалинское. Ну что ж, друзья, наблюдатели представлены. Я уже рассказал почти все о призах, и мы можем начинать. Аплодисменты, шикарно, хоть у нас какая-то есть публика. Через то слово, когда я предскажу, что именно мы начнем разыгрывать, сейчас вы можете видеть табличку у нас, что мы начнем, наверное, шарф-баф. Какое название, да, друзья? Шарф-баф. Моя помощница Ксения сейчас вам продемонстрирует этот шарф, чтобы могли знать, за что сегодня у нас будут бороться. Вот такой прекрасный, смотрите, друзья, ну я сам себе его забрал, тем более, ну сейчас у нас теплая погода, но не за горами осень, и там недалеко уже и зима, он обязательно вам пригодится, тем более там надпись «Ямал» сразу, да, чувствуется такая. Ну что ж, через 5, 4, 3, 2, 1, крутим, начали! Друзья, вы можете видеть прямо сейчас на экране победителей этих прекрасных шарфов. У нас их целых 10 человек. На секундочку. 3278 жителей приняли участие в этой викторине. И 10 из них получают замечательные эти шарфы. Номер 35-16-46, 35-26-89, 35-27-10, 35-27-76, 35-38-18, 35-53-23, 35-86-73, 35-92-14, 35-92-35, 36-08-67. Именно те люди, у которых на отрывных талонах эти номера могут забрать эти шарфы. Но, друзья, прежде чем забрать их, вам необходимо предъявить свой паспорт и отрывной билет. И, конечно, вы тогда их заберете к себе домой. Тут мы уже определились. Пора как-то развиваться, идти потихонечку, помаленечку, более таким, да, серьезным призам. И следующий у нас будет бутылка брендовая. Пожалуйста, Ксения, смотрим, можете взять даже крупным планом надпись «Ямал». У нас много с надписями «Ямал», потому что мы его очень любим. Сюда можно налить водичку, сок, спортсмены. Я уже вижу, спортсмены говорят: дайте мне эту. Я буду бегать и пить, я буду бегать и пить. Ну что ж, друзья, кому попадет, тому попадет. Ничего обещать я вам не могу. Но сейчас мы узнаем, кто на самом деле станет обладателем замечательной такой бутылки. 8 человек. 8 счастливчиков у нас по ту сторону экрана. Они говорят: ну что ты, давай быстрей. Ладно, не буду медлить. Давайте потихонечку. На счет 3. Вместе вы по ту сторону экрана со мной считайте. Раз.
два, три, начали! Крутит барабан и сразу моментально у нас определяется победитель, долго ждать не надо. Программа в хаотичном совершенно порядке выбирает цифры, поэтому у нас никак мы ничто не можем подменять, там, изменить что-то. И обладателями бутылочек становятся 8 человек с номерами 35, 17, 70, 35, 18, 10, 35, 24, 47, 35, 30, 90, 35, 35, 35. Классный номер какой, а? 35, 71, 65, 35, 72, 43, 35, 89, 56. 8 человек просто поучаствовали, 8 опросов. И вот они, победители, они верили в свою удачу, поэтому они пришли и участвовали. И сейчас они радуются. Кстати, друзья, совсем забыл сказать. Вы же видите нас сейчас там в прямом эфире, значит, вы можете писать комментарии снизу под видео. Победители, мы ждем ваших эмоций. По-любому вы там уже пляшете, либо танцуете. Ну, самое интересное, конечно, у нас впереди. Не так ли? Согласитесь со мной. Видите, они тоже думают, мы тоже хотим выиграть, но, к сожалению, к ним не пришла смс-ка. Победители. Мало того, если вдруг вы нас не видите сейчас, либо по каким-то обстоятельствам не можете смотреть, каждому победителю приходит смс-оповещание. И поэтому, друзья, не переживайте пропустить нас. Но лучше, конечно, оставайтесь с нами. И вы получите смс, и еще увидите в прямом эфире, это же намного лучше. Так, движемся дальше. Что у нас? Эко-сумка брендовая. Эко-сумка. Ксения, пожалуйста, покажите нам эту сумочку. Так, давайте поддержим, Ксения. Друзья, замечательная сумка, честное слово. Я бы с такой, как за хлебом пошел, да, такой раз, за хлебушком, за хлебом. И снова у нас Ямал. Ну, посмотрите, ну разве не красота? И узоры такие классные. Блин, я бы сам себе такую сумочку хотел, но, к сожалению, я не выиграл. Я всего лишь ведущий. 11 человек, 11 участников. Это просто, ну, из 3270, это, конечно, немного, но все равно. Есть 11 счастливчиков. И мы сейчас узнаем, кто же эти счастливчики. Крутим! Крутим, крутим, крутим. Ой, один из счастливчиков с номерами. 350357. 353707. 353778. 355018. 355027. 355186. 355201. 35-72-48, 35-77-77, 35-80, прошу прощения, 35-98-21, 36-08-56. Наконец-то, друзья, начались цифры на 36, а не 35, это уже 35, да? Ну ничего, я выдержу, потому что я получаю удовольствие делиться с вами такой классной информацией о победителях. Я знаю то, что сейчас там люди радуются. Они хотели выиграть, и именно они выиграли. Продолжаем, движемся дальше. Головной убор брендовый. Брендовый, даже как сразу звучит. Видите, у меня кепочка какая прекрасная. Друзья, далеко даже не буду ходить до всех подарков. Вы можете просто посмотреть на меня. И посмотрите, как она хорошо сидит на мне. Я уверен, так же самое она будет сидеть на вас. 11. Ой, прошу прощения. 10. 10. Ну, это колоссальное количество. 10 участников, я уже вижу. Мы идем по нашему Ямалу где-нибудь по Ямальскому району. Ко мне друг подходит, говорит, ты видал, у меня тоже такая кепка. Раз, и все. Ну, давайте я опять увожу куда-то в сторону. Начнем крутить барабан. Поехали! И обладателей головных уборов, как прямо на мне, становится 35-18-01, 35-26-74, 35-30-36, 35-30-85, 35-41-28, 35-49-98, 35-52-60, 35-71-79, 35-86-75, 35-91-57. И снова у нас 35. Друзья, как я и говорил, начиная с понедельника, 6 числа с 8.30 в будние дни вы можете приходить и забирать свои подарки. Либо можете узнать подробную информацию по номеру 3-10-49. Если вам что-то стало непонятно, вы можете позвонить, и вам все подробно объяснят. И обязательно возьмите с собой паспорт и отрывной
бланк. Ну и мы переходим уже более... друзья, я пропустил футболки. Их целых 11 штук. Футболка брендовая. У нас все брендовое. Мы, ребята, хорошие, мы только брендовые вещи. Ксения, прошу, продемонстрируйте, чтобы люди знали, за что они боролись. А кто-то говорит, ну ладно, выиграю в следующий раз, а в следующий раз обязательно будет, мы вам обещаем. Смотрите, замечательный, ну просто красота, ну я не знаю. На сумке, конечно, красиво, но здесь еще намного лучше. Какой узор, надпись «Ямал», да? Замечательно, и сейчас Ксения положит футболочку обратно на стол, потому что у нее уже есть хозяин, но об этом знает только программа, которая сейчас нам покажет, кто стал хозяином этих футболок. Давайте на 3, 2, 1, крутим! И становится 11 человек носителями футболок с надписью «Ямал». Брендовые футболки, классные футболки и такие номера, как 35, 20, 86, 35, 23, 13, 35, 26, 19, 35, 26, 83, 35, 28, 68, 35, 38, 89, 35, 43, 65, 35, 46, 98, 35, 53, 47, 35, 90, 74 и 35, 97, 83. Друзья, приходите, забирайте, они ваши, ваши эти классные призы. Сейчас уже кто-то там снимает свою футболку, думает, сейчас я эту надену и буду в ней. Эх, классно, ну давайте, давайте продолжим. Я опять отвожу тему. Худи. Замечательный. Кофточка. Худи. Ну, друзья, вы можете сейчас наблюдать на экране замечательная кофточка, которую будет носить замечательный обладатель. Увидели, да? Все увидели. Вот она где-то здесь. Я не знаю где, но вы обязательно ее наденете, вы придете, заберете, когда я вам и сказал. Итак, что ж замечательная программа? Да расскажи-ка ты нам, кто стал обладателями этих замечательных худи? Крутим! 35, 19, 15, 35, 26, 03, 35, 32, 88, 35, 35, 17, 35, 39, 06, 35, 48, 23, 35, 89, 98, 35, 91, 28, 35, 92, 30 и 35, 92, 85. Ребята, я вас искренне поздравляю с этими замечательными выигрышами. Вы ответили на какие-то 8 вопросов. Сами что-то узнали. Я лично видел, как подходила мать с ребенком, и они вместе отгадывали эти вопросы. И она ему объясняла, что да как, и парень сам отгадывал. Это классно. И теперь, возможно, именно они, а возможно и не они, может быть, в другой раз, могут забрать эти замечательные худи. И следующие мы будем разыгрывать. Ой, ребятки, ребятки, ребятки. Тут уже новая ступенечка, да? Уже, ага, ага. Чувствуете, да, вот это? Какой велосипед, да? Какой? Я бы, блин, на таком уехал, но за мной наблюдают, поэтому я не могу на нем уехать. Ну, вы готовы, да? Я даже... Сердце у меня бьется, честное слово. Я как бы переживаю за этот момент. Потом скажет, да, ты виноват, что я не выиграл. Или кто-то скажет, спасибо, что я выиграл. Но я, друзья, тут ни при чем. Это все программа. Вините ее, либо благодарите ее. Это все как-то происходит, я не знаю. У меня по математике было не очень. Ну, в общем, друзья, мы переходим к этим велосипедам, да? Готовы? Я специально тяну время, чтобы как-то интрига у нас была побольше, да? Я буду молчать, так ходи, смотри в сторону. Ну что ж, друзья... Ну, пора начать. А можно мне барабан? Я по барабаню, как будто барабанная дробь. Ну ладно, я шучу, друзья, давайте. Раз, два, три, крутим! И обладателями велосипеда замечательно спортивного. Блин, он такой классный вообще. Я не могу просто, ребята, ну классно же. Вы посмотрите, 6 победителей с такими номерами, как 35, 22, 88, 35, 36, 18, 35, 39, 79, 35, 70, 18, 35, 89 и 35, 92, 24. Ребята, приходите, забирайте классные велосипеды, просто вообще. Ой, у меня эмоции зашкаливают, ребят, я не знаю, как. Я представляю, что там у вас сейчас. Вы там, блин, это просто классно на самом деле. Без какой там
лжи или чего-то еще. Други мои, вы посмотрите, следующий у нас будет умная колонка Яндекс.Станция. Вы знаете, что это такое? Это типа ты такой подходишь, говоришь, Алиса, какая погода за окном? И она говорит, такая, ты возьмите, говорит, с собой зонтик, понимаете? Вам не надо постоянно там в телефоне еще, знаете, у нас бывает там, блин, пароль, палец не подходит, а тут Алиса говорит, все нормально, говорит, зонтик взял, пошел, и дождь тебя не промочит. Друзья, я должен попить, потому что такие цифры называть, я уже даже не знаю. Буквально секундочку. Водичка вкусная, но она не разыгрывается. Итак, друзья, умная колонка Яндекс.Станция. 6 человек. 6. 6, запомнили, да? Как велосипедов, но тоже классная штука. Вы готовы? Я лично готов. Я пришел сюда с этим, чтобы отдать вам эти 6 колонок, которые вы заслужили. Вы ответили на эти вопросы, и птица счастья прилетела к вам с завтрашнего дня, чтобы подарить их вам. Давайте на 1, 2, 3, поехали, крутим барабан! Крутим барабан, вы услышали, я как этот, Якубович сказал, я похож? Усы, если приклеить, нет? Ну ладно, не суть. Мне кажется, похож. Ну ладно. Смотрите, 6 счастливчиков с номерами 35-05-89, 35-30-25, 35-39-80, 35-41-10, 35-96 и 35-98-32. Эти 6 человек, эти 6 колонок можете забирать, пользоваться, гореть. Алиса, как у меня дела будут завтра? Я вам скажу, как у вас будут завтра дела. А дела у вас будут просто классные, потому что вы теперь можете пользоваться этой замечательной колонкой. Мы продолжаем дальше движемся. И мы не останавливаемся, у нас дальше колонки. Смотрите, ребята, портативная колонка JBL плюс 4. JBL, ребята, вот такие колонки, просто звук такой классный. Это просто офигительные подарки, ребят. Ну просто, блин, поучаствовал, и вот они твои. Это счастье, это везение. И кому ты именно сейчас повезет, они там сидят, давай, это я. Уже талончики держат, уже номер наизусть. Выучили, наверное, номер телефона поменяли на этот номер, чтобы не забыть. Итак, портативная колонка. А давайте я подойду к ней, прям покажу. А то что я так просто, раз и номер, да, они же там сидят. Никакой интриги не создаю, я тут свою планшеточку положу. Ребят, она еще и светится. Вы представляете, это плюс, она светится. То есть вы свет выключаете дома, включаете одну колонку, у вас дискотека, музыка играет, и вы танцуете с этой колонкой. Блин, классно, ё-моё, ребят. Я уже хочу поздравить этих счастливчиков, которые заберут эти наши колоночки. Блин, классно, ну... Я готов, я уже уберу планшетку, она мне не нужна, потому что я не могу прочитать, что там написано. Эмоции зашкаливают просто колоссально. Блин, друзья, как у меня сердце бьется. Жалко, вы там не чувствуете. Тут такая энергетика просто колоссальная. Хоть нас и мало, но посмотрите, люди сидят, думают, а что же, смс-ка-то мне не приходит. Ну ладно, давайте. Портативная колонка плюс 4 JBL достается. Крутим барабан! Таким счастливчикам, у которых на отрывных талонах комбинация цифр 35-02-77, 35-26-93, 35-34-24, 35-36-86, 36-00-19 и 36-02-08. Приходите, друзья, они ваши, слушайте, танцуйте, сделайте свою дискотеку. Ну, пока только дискотеку дома по 2 человека, потом уже в будущем будем смотреть как-нибудь. Итак, друзья, наушники AirPods Pro, понимаете, как звучит? Pro, да? Ксения, пожалуйста, продемонстрируйте. Ребята должны это увидеть, просто, блин. Pro, да? Их видно там? У нас видно? У нас тут им классно видно. Ой, какие они тяжелые. Там, наверное, что-то... Во-первых, ребята, я просто бы хотел коробочку выиграть такую. Потому что коробка сама по себе классная, блин. А что там внутри, я... Ой, друзья. И сколько у нас счастливчиков? 4, да? Вы чувствуете вот это? Чем выше горам, тем меньше людей, да? Чувствуете? Я не знаю, что это за песня, я только что сам сочинил. Что в голову пришло, то и сказал. Наушники AirPods Pro. 4 человека.
четыре человека, кто-то будет идти с колонкой, да? А рядом человек будет в наушниках идти и будет слушать. А кто-то будет говорить: Яндекс.Станция, окей, Яндекс. Там. А кто-то на велике едет там. Ну, короче, это можно обсуждать вечно. Давайте уже узнаем этих четырех победителей нашей викторины региональной, которая называется «Северяне». Вы читали у меня надпись, да? «Северяне». Классно, да? Придумали, вообще классно. Итак, четыре человека, которые заберут наши наушнички. Как жалко с вами расставаться, мои хорошие, но крутим барабан. И у нас их заберут сегодня 35-04-99, 35-16-00, 35-16-57 и 35-65-02. Фух. Жарко становится, ребята, тут жаришка неимоверная просто. Мы продолжаем дальше, дальше идем, движемся. У нас тройка, да? Тройка, типа, первое, второе, третье место. Тройка лидирующих, чувствуете? Фу, дайте мне привести дух, я не могу просто, ребят, тут так жарко. Ну, потому что эмоции зашкаливают. Я представляю, что происходит с вами, именно с людьми, которые победили. Это, блин, такие эмоции, наверное. Следующий у нас будет смарт-часы Apple Watch. Там, у меня нет английского акцента, но я знаю просто, что они крутые. Ксения, пожалуйста, покажите ребятам, что они должны выиграть. Или, ну, не должны, по крайней мере, хотят, мечтают. Кстати, там какой-то металлический чехол. Я не знаю, у меня таких нет, но я бы себе очень их хотел. А у вас они будут, и всего лишь вы поучаствовали в викторине, ответили на вопросы. Ах, класс, просто класс. Давайте, давайте, я уже не могу просто. Я хочу узнать этих людей. Вы не забывайте, не забывайте, пишите там у нас комментарии, типа, я выиграл. Вау, классно, ребята, вообще, вы бы знали мои эмоции и прочее. Я бы написал, я там статью целую написал. Давайте, смарт-часы Apple Watch, 4 человека, крутим барабан. И 4 человека эти с номерами такими, как 35-33-63, 35-39-57, 35-51-82 и 35-90-50. Три, друзья, вы их выиграли, они ваши. Приходите, забирайте, носите, смотрите время, это что, мне что-нибудь там звонят еще, что они там делают. Ну просто это классные часы, ребят, классные. Просто я почитал там описание, но это, блин, колоссально. И вот оно, да? Я уже вижу, там люди подходили, говорят, мне нужен iPhone, и дают такие свой бланк, типа, оформите меня, мне нужен iPhone. Пожалуйста, три человека, я же вам обещал, по-любому, я вам говорю, вы заберете их, вы заберете, у вас все получится. Три человека, смартфон Apple 11 Pro, понимаете, у нас все, у нас либо фирменное, либо не фирменное, шучу, шучу, либо Pro у нас, все классно, все последних моделей, чтобы эмоции были максимально классными. Три человека, три. То есть у нас еще такого не было. У нас было 11, 10, 6, 4, а тут 3. Просто 3 счастливчика. Где-то сейчас сидят возле телевизора там, или возле ноутбука, или возле еще чего-нибудь. Фу, ну давайте узнаем, кто же станет счастливчиками. На. Нет, давайте уже считать не будем. Давайте просто узнаем. Крутим, покажи программа нам, пожалуйста, этих трех людей. Вам видно, да? У меня просто отлично все видно. Я озвучу. Это 35-00-85, 35-66-56 и 35-80-48. Сейчас я представляю... Вот тогда были эмоции, а сейчас я не знаю, как это описать. У меня просто не хватает слов. Я представляю, ребят, iPhone 11 Pro. То есть я когда хожу, мечтаю о шестом, да, там 11-й выиграть. Просто, блин, взрыв, взрыв. Итак, ребят... Вот тут теперь точно нужен барабан. Мне кто-нибудь принесет барабан. Вы посмотрите, ребят. Ноутбук. Apple MacBook. Просто. Ксения, вы покажите, пожалуйста, его. Ребята должны увидеть это. Вы понимаете? Один человек из 3200 каких-то там людей. А, вру. Уже 3199. Один человек выиграет его. Если вы меня видите, человек, который выиграет его, вы просто везунчик. Серьезно, удача сегодня на вашей стороне. И дай бог, пускай она остается постоянно с вами, потому что прямо сейчас мы узнаем, кто же заберет этот приз. Блин, ребят, это просто непередаваемое ощущение. Да, все понятно, мы велосипед, очень классно.
наушники классно, все классно, но мы же не просто тогда его в центр поставили. Мы же подготавливались для вас, чтобы понять, что вот он, вот ради чего, блин, стоит идти на эти викторины, участвовать, отвечать на вопросы. Фу, вот сейчас точно там уже паника, уже меня там, наверное, не любят. Говорят, ты че, блин, скажи то, что я выиграл его, я должен его выиграть. А вот я так просто не сдамся. Жалко, вас здесь нет вживую, я бы вам сейчас тут устроил. Но ничего, по ту сторону экрана, я уверен, тоже классные эмоции, как и здесь. Я чувствую то, что моя энергетика уходит к вам, ваша приходит ко мне. Ладно, пора, мне кажется, да, начинать? Сколько или минутку подождем? Или начнем тут? Наверное, начнем, да? Фу, мне интересно, кто же это будет? Вы готовы? Есть какие-то предположения? Там 35. Я точно знаю, что победит человек на 35, либо 36. По-любому. Вы готовы, да? А я не совсем готов. Вот сердце бьется. Хотите потрогать мое сердце? Оно бьется. Вот-вот выпрыгнет. Смотрели этот мультик, где у волка там или у кого сердце вот так выскакивало? Вот у меня так. Видно там? Нет? Ну... Представьте, да фантазируйте. Ладно, ладно, не буду, все, не буду говорить, не буду. Пора. Порадуемся за того человека, кто выиграет MacBook. А, давайте под аплодисменты для программы, чтобы программа сейчас... Я прошу тебя, пускай этот человек, блин, действительно хотел этот ноутбук. Он за ним шел. Все готовы? Ксения, я прошу вас к нам. Мы должны тут хлопать все. Давайте. Только появляется цифра, мы все кричим «Ура!» и хлопаем. Договорились? Видите, это я все делаю ради вас. Тот человек, который заберет этот MacBook, блин. Вот тут посчитай. Давайте все вместе. От 5 до 1. То есть один прозвучал, программа крутишь, поняла, да? Давайте. 5, 4, 3, 2, 1. Крутим! И победителем MacBook'а становится номер 35-27-74. Мне кажется, я его запомнил, этот номер, ребята. 35? Нет, не запомнил, обманул. Ну, неважно. Ребята, кто-то там сейчас, я вас прошу, напишите в комментарии, кто это, блин. Я хочу вам написать личное сообщение, поздравить вас от всей души, потому что этот замечательный MacBook Pro. Вы просто представляете, это смотрели «Властелин колец», моя прелесть, да? Вот это, я не хочу, конечно, с ним расставаться сегодня, но он нашел своего хозяина, значит, так должно быть. Я считаю, этот человек его заслужил. В этой судьбе ничего не бывает просто так. Ребят, вот и свершилось. Прошел первый этап, второй этап, и наши призы нашли своих победителей. 6 велосипедов. 3 айфона, MacBook, наушники, смарт-часы, кепочки. Фу, столько подарков. И все просто наикрутейшие. Просто классные. Вам понравилось вот это? Да? То есть вам понравилось отдавать подарки людям? Конечно. Мне тоже, я очень доволен. Я считаю, что вы тоже довольны. Но, друзья, настала пора с вами прощаться. Ну, как всегда мы говорим, мы не прощаемся, мы говорим до скорой встречи, да? Ну, поэтому, на самом деле, друзья, мы говорим до скорой встречи. Обязательно еще будут такие у нас розыгрыши. Блин, классно вообще, вы будете выигрывать. Сейчас по-любому думаете, что я не пошел участвовать, да? Че, я выиграл по-любому этот ноутбук. Ладно, друзья, я могу говорить бесконечно, а вы меня слушать бесконечно не будете. Уже, наверное, от экранов ушли, думаете, я же выиграл уже, что мне там слушать? Друзья, большое вам спасибо, то, что вы приняли участие. Большое спасибо людям, которые эти подарки предоставили возможность подарить. Мы с вами прощаемся. Пока!